Всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я играю в Warface, это 14-я часть прохождения. Ну как прохождение, просто мы играем, тачим. Играем мы сегодня в Затмении, играем мы сегодня в Профи. И я решил все-таки это заснять, потому что я понимаю, что мы сольем. Ну хотя бы ладно, сниму хоть так. Пусть будет. Все-таки проходить надо как-то. Я это попробую сделать. Потом в будущем я собираюсь все-таки идти опять на вулкан хардкор. Опять там немного посливать несколько раундов. Но все-таки тащить буду. Так что будем смотреть, ждать. Любоваться, может. Так, сложно запрыгнуть, ну ладно. В общем, посмотрим, что все. Подписывайтесь на мой канал Новасов. Ребята, пожалуйста, подпишитесь. Очень хороший канал. Извиняюсь, я. Блин, я все еще ем, пофиг. Понимаю, что мы вначале сольем, но я все-таки хотел подольше это все заснять дело. Ну, примите кто-нибудь. Профи играть. Игроки херовы. Никто не хочет. Еще 700. А если... Подождите, здесь банки вообще дают? Всегда кажется, то, что это херня дает, да. Банки, как в Стиме, знаете? Как Гарри с моди там или где-нибудь. Банки типа выпадают такие синенькие. Так. Ну, типа похожая эта штука. Так. Tonic Water Juice. Так. Тоник мне, пожалуйста. На, на, на. Тоник, 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 тоник. Так,
просто обстреляем. Так, а здесь? Нашел я точку, где у меня тут... О, это что такое? Так, это что за банк, что ли? Банка? Или какая-то еще хрень? Кажись, это банка. Кажись, да, это банка. А что она там делает? Че, все опять убежали, что ли, от меня? Пидоры. Опять играем. Пытаемся затащить. Если я как-то туда закинул? Нет. Сука, если вы зайдите, тварь. Ну все, опять разошлись. Ладно, давайте подождем. Может, кто-то зайдет. Команда, которая будет точить, не просто играть. Я уже поиграл на Зените, блин. Я первый раз на Зените зашел, так сказал парень. Хули тогда он то ставит зарез. Вот эти разные мины. Играем. Молод. Команда. О, ну куда вы ушли-то? Давайте, 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 давайте. Секунда, секунда. Дебилы. Свалили. Окей. Похрен. Я теперь буду им мешать. Они зайдут, и я зайду. Мне посрать как-то. Давайте, тащим, тащим, сейчас затащим, ребята, честно. Честно тащить будем. Это вообще команда-то была, команда мечты вообще. А тут, блин, пипец вообще. Сейчас еще кто-нибудь свалит, пипец будет. Ну, тут, точнее, кто-то свалит, и я вообще не поиграю. Уже кто-то свалил. Сейчас затащим.
Так я уже минут 20 сижу здесь. И так почти постоянно, когда я играю в профи. Когда играю в профи, я пипец, это вообще, чтобы поиграть в профи, в затмении, это пипец, как надо долго ждать, чтобы зайти на карту. Это жопа просто. Это не пройти просто так. Одним словом, это пипец. Давайте. Ну должна быть, они не могли уйти за несколько секунд. Есть! Есть! Я к ним зашел на карту! Есть! Да! Наконец-то! Наконец-то тащить будем. Ребят, ставьте на 20 минут. Или на сколько там, пожалуйста. Вот вам. Не зря. Не зря. Я наконец-то зашел на этот сервер, на затмение профи. Жаль, что мы с Олем в начале. Я так долго этого ждал, чтобы снять наконец-то видео. Извиняюсь, что не сразу начал снимать. Ну ладно, пофиг. Это будет супер. Ладно. Слили уже кто-то. У меня что-то Warface вылетело. Это чё? Не понял, почему слетела Warface. Уроды. Давайте еще. Давайте. Игра началась, ну и... Пожалуйста, подождите. Ну? Да, это долго. Нахуй перешел. Тащить будем, тащить будем, да. Тащить будем. Пожалуйста, подождите. Долго ждать? Я профи. Я профи. Пипец. Ладно, подождем. Подождем, подождем, подождем. Хотя нет, я сейчас перезагружу. Уже будет на новое писаться. На новое видео, потому что это очень долго уже. Никто не поставит на 30 минут. Поэтому это все будет в другом видеоролике. Но пока что. Всем спасибо, всем пока.